Мої вітання усім телеглядачам. На першому міському проєкт «Інтерв'ю дня» у студії працює Наталя Болдинська. І сьогодні будемо говорити про декілька благодійних заходів, які вже наприкінці цього тижня відбудуться у Кривому Розі. У нас у гостях голова спілки бджолярів Кривого Рогу, травневий мед Олександр Карауш. Доброго вечора. Добрий вечір. Пане Олександр, вже не вперше у Кривому Розі будуть благодійні ярмарки медові і аукціон «Звичайне диво». Але давайте для тих, хто, можливо, вперше про це чує, що це за такі заходи гарні? Ну, хочу немножко пошутить. 23 числа п'ятниця. У нас вона почнеться з білої п'ятниці. Обычно сейчас чорна рекламирую чорну п'ятницю, у нас буде біла. Тобто, добрі діла. Угу. З утра ми будемо вручати мед дітям. У нас є дома такі, дитячі дома. Ну, тобто зранку сімейні. Це благодійний медовий ярмарок, так? Це ярмарка, заключительна ярмарка, яку проводить травневий мед. Вот. Тут будуть участвувати одні пчеловоди. Угу. Ну, тобто, якщо люди хочуть участвувати, ми, як завжди, приглашаємо к участю людей. Кого саме? Хто може брати участь? Майстри, я не знаю, люди, ну, є багато людей, які, от я сужу по прошлым благотворительним ярмаркам, люди приходять за медом і тут же приносять, от ми проводили в прошлом году воинам, которые служат в АТО, вот, они приносили консервацию, вещи, ну, вот все такое. Сейчас, поскольку мы проводим это для детей, опять-таки мы детям передаем мед и призываем жителей города Кривого Рога также поучаствовать. То есть, ну, представляете, семья многодетная, 10 детей, 10-11. Это, да? Те, кому планируется допомогти, это, да, так? Это, вот, две семьи с 10 детьми и... Центр, репцентр Перлина, это который на Энгульце, мы с ними постоянно их, так сказать, курируем и взаимодействуем с ними. Вот. С утра это будет запас меда на зиму этим детским домам семейного типа и центр Перлина. Вот. Что же говоря о вечернем мероприятии, которое будет в 17 часов, также 23 числа, это будет 6-й благотворительный аукцион «Обыкновенное чудо». Вот. Хочу сказать... Ну, для тех, кто не знает, что за 5 предыдущих лет мы собрали более 100 тысяч гривен. Вот, и эти деньги распределились в равных частях. Опять-таки, центру Перлины, есть дом для детей с ограниченными возможностями на Артеме. Я уже сейчас не знаю, как эта улица называется. То есть там мы сделали большущую сушилку. Ви в курсі. Потреби, які... Да, на потреби от цих от учреждень. А цього року там є якісь, от, ті, кому будете допомагати, які конкретно в них потреби, чи ви просто будете віддавати гроші? Ну, що касаємо дитячих домів сімейного типу, ви розумієте, люди... папа, мама і 10 дітей, да? Закрити очі і представити, що це таке. Тобто, нужди... Всячески мы... Тобто тут нічого конкретного. Тут так, нічого конкретного. Ми, значить, це буде залежати від того, скільки ми зберемо денег. Вот. І в зависимості від того, що ми можемо зробити, вот, часть поділимо на рівні частини і купимо те, що вони скажуть нам. А стосовно Перлини? Стосовно Перлини, значить, вже озвучена нужда. Ільчук Ольга Володимирівна попросила нас в случае збору достатніх средств купити насос. Ну, вроде бы насос. Значит, насос, который качает воду. Проблема такая, давление в системе водоснабжения низкое, и на верхний этаж не поступает вода. То есть детям тяжело помыться, тяжело, то есть туалеты не работают, очень, ну, нехорошее состояние. Это нагальные потребы. Да, так, вот дуже. Это вот то, на что мы уже знаем, на что мы будем тратить деньги. А яка сума потребна? Ну, свыше 10 тысяч. Є надії зібрати цю суму протягом аукціону? Ну, я думаю, да. Судя по посещаемости людей, с каждым годом количество людей, желающих поучаствовать, возрастает. З вашою допомогою. Якщо можна, трішечки більше, ну, про ярмарок, в принципі, зрозуміло. Там можна буде придбати продукти бджільництва, мед, і таким чином ці кошти частково також підуть, так? Значить, мед пойде, то, що люди принесуть, ну, опять-таки, діти, да? Ну, що дітям? Ну, мед теж сладость. Приносите конфеты, кто хочет, ну, и какие-нибудь игрушки. Вот опять-таки, да, 10 детей в одной семье и 10 в другой семье.
можно опять-таки приносить игрушки. Я знаю точно, что у людей они просто лежат и пыляться за ненадобностью. То есть тут на ярмарку можно принести, там будет пункт сбора речей. Да, у нас будет вот эта тачка наша стоять знаменитая, туда люди приносить и все, а я потом сам развезу это по этим детским домам. До сімей. З приводу аукціону, трішки детальніше про те, як він буде проходити, да, які лоти вже можливо будуть. Тут буде немножко посерйозніше. Ну, лоти, як завжди, самые хорошие лоти для всіх – це пищові. Да? Там йде така прям боротьба серйозна. Буває, там заявляють наборчик м'ясної продукції копченої. Он в прошлом году, по-моему, за 3000 с чем-то тысячи продали. Вот. Людям нравится. Ну, опять-таки, тобто не вироби мистецтва там? Все будет. И вироби мистецтва, будут картины. Значит, подключились сейчас отдел культуры Саксаганского исполкома. Будут участвовать художественные школы, музыкальные школы. В каждой школе какие-то работы будут выполняться и выставляться на аукционы. Работы, кстати, довольно-таки неплохие. Что еще можно будет купить на аукционе, кошти из якого пойдут? Хлебобулочные изделия. Ну, мы пригласили очень многих предпринимателей, которые готовы участвовать, именно производители. Вот это будет, ну, я не скажу, что будет криворожские контракты, может, чуть пониже уровень, но очень много будет товаров, которые можно будет купить. Местцеви воробны. Да, и причем не без накрутки, которые накручивает магазин, то есть от производителя. Ну, я маю на увазі, а лоти аукціони, які ще будуть там, можливо, які вважаються найбільшим, найдорожчим потенційно? Вже є такий лот? Є. Ну, найдорожчий, опять я повторюсь, був м'ясний лот, там копчені ребрышки, копчені балаки, в такий збор. Це зробив ЧП Богдан Лозовацький, участвували вони. Второе – медовуха. Будет пару сортов медовухи, также 3-4 сорта меда, ну и различные сладости, будут торты. Это все будет разыгрываться? Это так? Все будет на аукционе. Мигуша Сергей Леонтьевич будет стучать молоточком, и люди будут торговать. Очень интересно. Все по-справжнему, да, и дуже азартно. Очень азартно. Что я хочу сказать очень важное, да, когда я говорю, приходите на аукцион, люди сразу, у них в голове, ой, это же надо выложить кучу денег. Совершенно неправильное понятие. Можно прийти просто посмотреть концерт. Это будет очень назидательный концерт. Будут выступать дети. Опять-таки дети с Перлины, которые для яких, отсталые власне, в развитии. В том числе посмотреть, как тоже они участвуют, да, в мероприятии в этом. Вот. Не обязательно. Там, то есть это по сердцу. Это ж никто никого не принуждает. Хочешь положи гривну, хочешь положи 100 гривен. Хочешь ничего не положи. Просто... Тобто, окрім аукціону, можна буде ще просто здавати кошти. Там буде стояти сундучок добра. Можна положити просто гривну, це все потім піде в общу суму. І чоловік таким образом буде участвувати в аукціоні. Скільки очікуєте людей? Ну, якщо порівнювати з минулими роками, чи багато криворіжців? Ви кажете, що збільшується кількість, так? Опять вспоминається, от уже неділю я сам собі, у мене мислі такі, скільки людей попрется, извините, на Черную пятницу, и сколько людей посетит аукцион. То есть, ну... Ну, до речі, одне одному не заважає, тому що Чорна п'ятниця триватиме кілька днів. Ну, вона нікуди не дінеться, да, Чорна п'ятниця. Ну, опять-таки, це у чоловіка по зову серця має пройти. Тобто, якщо чоловік якусь хоче лепту внести в добре діло, в добро, пожалуйста, вход безплатний, без ограничений. Потіснімося. У деяких людей виникають питання, чому саме цих дітей обрали для допомоги, чи де гарантії, що ці кошти зібрані надійдуть саме за адресою? Як тут от з цим Хороший вопрос, да. Вот перед началом этого мероприятия, то есть в самом начале, директор ДЗС культуры будет выводить на экран наглядно то, что мы сделали в течение этих пяти лет. Это все снималось, та же строительство той сушилки. Вот. Сейчас, в прошлом году, когда мы отдали деньги Перлыне, они построили, не построили, а сделали ремонт, они назвали ее музыкально-учебная комната. Там, опять-таки, обучаются дети, у которых отсталое развитие, и там все сделали так, то есть, ну, для более восприятия них, чтобы легче, да, чтобы им легче было воспринимать ситуацию. Тобто це вже наглядні приклади того, куди йдуть кошти, зібрані на аукціон. Так, це все буде озвучено, щоб люди знали, куди люди тратять гроші.
І трішечки хотілося поговорити про мед окремо, тому що ярмарок буде медовий, багато буде навколо медової теми. Що можна буде придбати на ярмарку, які продукти бджільництва і які за вашим особистим рейтингом топ-3, окрім меду, що ви назвали найбільш такими от суперпродуктами? Ну, в последнее время очень выходит на одно из первых, топ-3. Ну, начну опять-таки, маточное молочко. Это суперпродукт, который по данным науковцев занимает первое место в рейтинге тех вещей, тех продуктов, которые восстанавливают организм на клеточном уровне. То есть это мало кому известно, но это так и есть. Это суперпродукт. Потом не общеизвестно, но выходит на второе место, это настойки личинок восковой моли. Я уже когда-то говорил, это вроде враг пчеловода, да, потому как она поедает воск. Восковая моль – это бабочка, которая кушает воск, она разрушает ранки. Но по исследованию, опять-таки, профессора Мечника, когда-то у нас был такой врач, вот, он начал делать исследования, и он доказал, что настойка личинок восковой моли лечит туберкулез, снимает давление, то есть если попринимать месяц эти капельки, у человека понижается стабильно давление, то есть не нарушая какие-либо другие органы. У нас же таблетка одно лечит, другое калечит, продукты пчеловодства совершенно безвредны. Вот. Ну и на третьем месте цветочная пыльца. Витамины, замесь синтетичных. Все витамины, все микроэлементы, практически вся таблица Менделеева только в природном виде, усваивается на все 100%. Угу. Вот. И все это можно будет придбати на ярмарку меду. У нас есть все продукты пчеловодства, будет представлено около 10 сортов меда, в том числе липовый. Сейчас люди активизируются на липовый мед, почему он считается издревле, считается простудный мед, да, бронхолегочный, то есть во все времена его считали зимним медом, который благоприятно действует на простуду. До речі, з приводу зими, чи варто вживати більше меду от протягом осінньо-зимового періоду? Ну, это смотря как у каждого человека индивидуальная переносимость или непереносимость. Ну, обычно есть стандарты, мы тоже когда-то с вами об этом говорили. То есть 1 грамм на килограмм веса. Исключение. Больные люди могут чуть-чуть дозы добавить. Да? И спортсмены. Угу. Вот, а так... А сколько приблизно грамм у ложки, например, великой ложки? Ну, 20-30 грамм. Опять-таки, ложки бывают разные. Можно набрать, если густой мед, и можно набрать ложку еще вот с такой горой, то есть полстакана. Поэтому тут лучше уже мерить. Чи может быть тут передозування? Поприщит, я всегда говорю, может, да. Тобто варто обережно. Действительно, да. Мед вроде как бы сладкий-сладкий, но если перенасыщение идет, начинается диатез, особенно у детей. За детьми надо следить. То есть зачем делать? Лучше все делать в меру, как говорят, золотая середина должна быть. Ну и, Олександр, озвучте еще раз, о котрій годині, де саме будуть проходити благодійні заходи? Пятница, 23 ноября. Ну, ярмарка будет проходить 3 дня. Мы будем собирать любую помощь для детей. 3 дня, пятница, суббота, воскресенье. А именно обыкновенное чудо благотворительный, 6-й благотворительный аукцион будет проходить в 17:00 во Дворце культуры Мистецький, бывший Артем. Приглашаем всех. Всех бажающих долучитися до добрых справ. Да, еще хочу сказать, все-таки увеличивается количество людей, которые хотят поучаствовать в добрых делах. И я хочу сказать отдельное спасибо вам, то есть вы делаете хорошую рекламу, добрую этим вещам. Ну, даст Бог, будет полный зал. Дякуємо і вам за проявлену ініціативу. Сьогодні в гостях у проєкту «Інтерв'ю дня» був голова спілки бджолярів Криворіжжя «Травневий мед» Олександр Карауш. У студії працювала Наталя Болдинська. Тож долучайтеся до добрих справ, робити добро насправді дуже просто. І до зустрічі на першому міському.